Деген бауырымызды көптен бері қадағалап жүрмін. Өте кәсіпқой боксқа стилді, жаңағы стойкасы да, соққылар да бәрі өте әдемі келетін боксшылардың бірі деп айтар едім. Көрдіңіз ба, көп секірмейді, күтсе де күшке салып ұрау үйлеткен де. Бұл енді кәсіпқой боксқа өте керек нәрселердің бірі. Көрдіңіз ба, көп артқа кетпейді, қысып алып жүр, алдыға қысып істеп отырды. Опа, қараңыз ба. Анда қатып қалғандармен де сөйлеу үйрену керек те. Біз көбінше жандай өзімізге манерасы құсайтындармен сөйлеп үйреніп қалғанбыз, анда қатып қалған анандай, мына қара көрдіңіз ба? Көшенің төбелесі сияқты бұл ашылған жүрген жігіттермен төбелесі де. Бұл кәсіпқой бокстың бір қырсыры. Талғат Шайкен Берікбай Нұрымбетовпен шыққанда Ресейден бір бапкер айтқан: "Вот как этого фамилия вашего мальчика деп, на Василия Ломаченко похож деп, енді аяғын айтып отыр ғой сол." Иә. Сіз қазір Айдар өзіңіз айтып отырсыз, Талғат Шайкен бәріңіз. Мына қарсасын көрдіңіз бе? Мына үлкен күші көп, мығым жігіт, бірақ бұндайлармен де мысалы бұның тілін тауып істеу керек. Бұлармен үш күшке салса бергенше бұларды кішкене алдап, опа, көрдіңіз ба? Абайламасаңыз көрдіңіз ба? Басқа бастай бел бетін жырып үлгерді ғой деймін. Сөйтіп қан қай жақтан шықты? Бетінде бір қан пайда болды ғой. Көрдіңіз ба, мынандайлар мыналар баспен кіріп кетсе оңай болмайды, мынау машина соғып кеткендей болады ғой мынау деген. Сол үшін мына жігіттер көрдіңіз ба, ой міне көре осы ілді өзінің әуесқой бокстың бір қалып қалған әдеттерінің бір тиген деген жалғастыра алмаймыз. Көрдіңіз ба, уақыт беріп қойдық, бір тиді ма ары қарай ілу керек те негізі осындай кезде. Әуесқойдың мектебі все таки кәсіпқой боксты. Әрине ол сәл бөлек, кішкене кәсіпқойда бір тиген жерден ары қарай ох ох міне опа тиді ғой, тиді мынаған негізі. Бұндайлар қисайып қалғандармен сыртынан қарасаң оңай жақсы, о абайламаса болмайды бұларды. Бұлар өте өздері ұрмайтын не ұрғызбайтын боксшылар, корявый дейді ғой орыс тілі. Орыс тілінде корявый боксшылар болады осындай. Сыртынан көргендер ойлауы мүмкін, бұл мынау қатып қалған ғой деп. Ой, бұндайлар өте қиын болады негізінде. Көрдіңіз ба, не ұрмай көріп күрестіріп шаршады, баспен кіріп кетуі мүмкін. Өте корявый ғой. Айдар енді өзінің саяқасында осы бокс кешінде. Да, можете на русском. Да, Айдар, вы как бы болельщики все, мы с нетерпением ожидали вашего появления на ринге, и вот для многих это стало неожиданностью. Но тем не менее вы выступили на МТК Fight Night Independence Day, на вечере бокса компании MTK Казахстан и Tokeshi Boxing Promotion. И нужно отметить, что этот вечер бокса стал рекордным в истории казахстанского бокса. 22 пары боксеров доселе никогда ранее не боксировали. Да, и да. Как вы сами оцените в целом, Айдар, вот такого рода мероприятия? Спасибо за такой вопрос. Да, вот у меня было 2 года перерыва до этого боя. Как говорится, камбэк. Я обратно пришел в профессиональный бокс. Я далеко не уходил. Я занимался другими делами. Занимался, чтобы... открывал 3 боксерских клуба, Айдаров боксинг академии в городе Алмате. Вот хотел, чтобы наши казахские молодежь, не как мы каждый раз не летали, что в Соединенные Штаты, чтобы учиться профессиональному стилю. Вот именно вот тот же ринг, который там у нас есть, все же груши у нас есть. Почему мы, нам, если ладно, мы туда ехали, чтобы чуть-чуть опыта набраться, да, профессионального,
Вот если наш новое поколение, молодежь еще будет туда ехать, это для нас будет стыдно должно быть. Поэтому мы сейчас стараемся, чтобы учить пацанов вот именно профессиональному стилю. А именно вот такие промоус-компании, которые вот как МТК, Global МТК Казахстан, они вот действительно вот это трамплин для казахских боксеров, потому что никуда ехать не надо. Вот только тренируйся, готовься и выступай. Если действительно ты сильный, ты можешь доказать. Здесь это не любительский бокс, чтобы три раунда отбоксировал, кто больше попрыгал, тот выиграл. Такого нету. Здесь кто вот, действительно у тебя есть, если желание, сила и дух, ты можешь достичь всего. Поэтому я думаю, здесь вот солдат дедовой казах-то вот, вот нельзя вот таких есть. Вот, то стало, то... Вот, действительно, если человек сильный, он может здесь доказать. И большое спасибо вот МТК Казахстан, что предоставили такую возможность у молодежи, чтобы не далеко не езжая там за границей, выступать и в таком же уровне вот через Eiffel TV, да, вот через YouTube-канал, который сейчас транслируется вот в Англии, в Европе, да, в Штатах, да, это смотрят бои. И многие промоутеры, даже увидев здесь юное дарование, могут свои предложения вот нашим казахским боксерам. Это, Айдар, да, очень приятно слышать от вас конструктивные мысли, касаемые развития профессионального бокса в нашей стране, в нашей отчизне. Все мы, конечно же, знаем, что бокс занимает особое место в спортивной иерархии Казахстана. Наши боксеры – это бренд страны, но, тем не менее, профессиональный бокс Казахстана, наверное, все же будет правильно, если мы заметим, что профессиональный бокс и любительский бокс – это разные направления. И опа! Вот-вот-вот-оп! Мне кет-кет! Стоп-стоп-стоп! На кастовый бокс, да, вот в профессиональном боксе, да, вот, когда вот сильный удар, в вот, любительском боксе сейчас открыли бы нокдаун, например, да, почему в профессиональном боксе не открывает нокдаун, если пока у соперника перчатки не коснутся пола, вот один из тоже отличий, вот, попал хорошо, это как нокдаун, он отошел назад, но здесь, извините, это профессиональный бокс, здесь у соперника, вот, когда он пропустил, он должен коснуться пола рукой, вот один из правил, да, вот, отличий. Здесь надо добивать. Вот попал, дальше. Надо, дальше надо добивать. И нос к носу. Видите, здесь чуть-чуть такой толгат. Вот хорошо работает на дистанции. Но надо чуть добивать его. Вот видишь, попал. Агрессивнее. Да, да, агрессивнее. Но соперник видно, что матеры уже опытны. Да, друзья, сейчас Айдар с позиции своего опыта, с позиции своего статуса высказал свои мысли относительно того, насколько он видит, как развивается казахстанский бокс. И в продолжение нашей темы, Айдар, хотелось бы услышать вот что. Отдельные ваши коллеги, то есть боксеры-профессионалы и функционеры, которые годами сидят у руля, они осуждают то, что казахстанцы выходят друг против друга, но с другой стороны не слышат аргументы, да, что если не соперничать с сильнейшими здесь дома, как достигать больших высот. Конечно. Если мы за всю историю профессионального бокса имеем 4 человек, которые стояли, которые держали в руках пояс чемпионов мира, да, эти фамилии всем известны. И сегодня, когда Казахстан имеет все возможности стать по-настоящему державой в профессиональном боксе, вот эти вот конкурентные бои, соперничество казахстанцев, наверное, все-таки необходимо, как бы это грубо ни звучало. Нет, конечно, я вот тоже, да, вот сейчас много так, актуальная тема, что говорят, что казахи друг другу боксируют. Почему? По любительскому боксу чемпионат Казахстана каждый год проходит, и казахи конкретно рубятся между собой. Но на Олимпиаду должен-то ехать сильный, мы не должны кого-то, кого попало, вести. Поэтому у нас это как свой личный отбор, вот именно вот среди казахов, это нормально. Вот перед кафешкой, да, перед кабаком или там на улице друг друга бить, это, конечно, не должно быть у казахов. А именно где драться, мы должны драться. А мы, наоборот, хотим, если вот именно где, на ринге, ринг это для того, чтобы мы дрались, да? Спортивное, да, соперничество. А на улице, там, на другом месте, да, мы за друг друга стоять. Казахи должны быть дружелюбные, да, например, да? Поэтому нельзя путать здесь. Конечно, это как спорт. Это спорт, это как сама отдельная нация. Здесь у спортсменов свои эти принципы, да, например, свое понимание, да. Поэтому это нормально. Если казах, это как, я думаю, в этом ничего плохого нет. Наоборот, опыта наберутся. Ну, еще с каждый раз вот мексиканцев, американцев привезти с Америки, да, это вот начинающим промоутерам это дорого стоит, поэтому чтобы опыт набраться, я так думаю, можно вот вблизи
ну, братья киргизами, да, вот братья узбеками, таджиками. Кто хочет с нами приходить, ну, приезжайте туда, ну, по опыту обмен, по опыту, ну, по обмену, да, опыта. Я так думаю, да, нормально. А казахи, наоборот, мы друг другу полезно делаем. Ну ничего, в графе, в рекорде, может, чуть-чуть, если проигрыш будет, ну, если человек не готовится, конечно, он за границу поехал, он может проиграть. Поэтому это нормально. Айдар, и вот такой вопрос, как бы вы на протяжении многих лет и вообще свою жизнь посвятили любимому делу, да, это боксу. Мы все помним вас на любительском ринге, на профессиональном ринге, как вы уверенной стопью шли, но вот это вот поражение, насколько оно вас вообще подкосило и выбило из колеи? Ну, честно сказать, вообще, ну, я вот, это для меня не первое поражение было. В любительском боксе я много проиграл, но в любительском боксе как-то поражение как-то по-другому оно воспринимается. А в профессиональном боксе это как будто вот, как у нас в казахском менталитете, как будто вот, разведенная девушка, знаешь, вот бывает женщина, да, например, там, дальнейшая жизнь, спортивная карьера слаженная, да. Это вообще неправильная тенденция пошла, потому что раньше такого в боксе не было. Мухаммед Али проигрывал, да, вот великий человек, Майк Тайсон король. проигрывал дальше от этого. Чем этот, как говорится, чем быть первым среди шакалов, лучше последним среди волков. Вот это вот действительно. Почему, да, вот это вот понимание, да, вот. Или там, чем некоторые говорят, там, чем красиво проиграть, лучше плохо. Ну, вот понимание в этом, что профессиональный бокс это как будто шоу же. Это шоу. Здесь и проигрыш, и спорт вообще, проигрыш и победы, как это, как близнецы, да, вот рядом, да, всегда. Поэтому я вот, чтобы быть истинным чемпионом, действительно, надо вот, вот такие трудности, испытания жизни себе поднимать. Боксер это не тот человек, который только сильно бьет, он и должен сильные вот эти испытания вот, достойно принимать и дальше продолжать. Я думаю, нормально. Жизнь бьет сильнее иногда, поэтому проигрыш это, ну, для спорта это нормально. Айдар, а тот опыт, который вы получили за океаном, который вы, будучи далеко от дома, далеко от родных, за тысячи и тысячи верст, каково это находиться вдали от дома, каково это ходить в зал, видеть, как американцы, латиноамериканцы, да, вот там смотреть на эту мясорубку и вот с ностальгией вспоминать о Бешбармаке, о своей родной земле. О, это вообще испытание номер один. Вот действительно, когда вот я вот 2 года жил в Штатах, да, в Флориде, в Майами, и действительно вот именно скучаешь вот, запах. Хмуза, не то что вкус даже, хотя бы запах, думаешь, понюхать. И мне его хватило, думаешь, это оказывается счастье, вот действительно вот. Я вот раз родился казахом, это, рос в этой степи, это вот дорогого стоит. Действительно, вот может мы вот по экономическим, вот, по техническим стадиям мы уступаем в Америке, да, но морали и вот, понимание жизни, да, у нас намного, вот в принципе у нас по-любому, я так думаю, что. И я уверен, что мы еще выше стоим, потому что у нас ценности это вообще. Вот мы иногда вот смотришь молодежь, которая вот косит под американцев, вот под корейцев, да, вот хотят на них, да, вот там быть похожими. Вот в природе-то кошка же не хочет быть этой собакой, да, или собака не хочет стать кошкой, да, например. Каждый по-своему, да, он по-своему. Мы казахи не должны, вот мы, например, да, вот в Штатах, да, есть такое понимание, ковбой, да, который вот, ну, на коне, коу это вот корова, бой это, который пасет корову, да, мужик. У нас в ауле каждый аульский пацан ковбой, по идее, да, вот это тренд, да, вот это имидж. Вот это мы имидж должны поднимать у себя в Казахстане, чтобы каждый аульский пацан, он себя нормальным считал. Так казар чабандар джохтит, шетельген чабандар, да, кирил. Да, вот это мы должны свои ценности вот здесь. Вот, зачем нам вот это? И наши боксеры, видите, вот Тайлат Шайкен, победа хорошая. Красавчик, вот это будущее. Да, казар. Конечно же, технико-тактическое мастерство Талгата Шайкена. Да. Было продемонстрировано и в этом поединке, и Талгат Максима Чурбанова буквально просто проехался по нему, и последнему пришлось отказаться от продолжения боя.